Видео для того, чтобы познакомиться с платформой mizar.com. Это очень недооцененная платформа. Очень недооцененная. Mizar.com. Mizar.com. Я сейчас буду совершать ошибки, а ты будешь смотреть и учиться на моих ошибках. Ну и я давно не пользовался, мне нужно купить кредиты. Он говорит, купить кредиты. Что это значит? Так, он мне предлагает купить кредиты, чтобы пользоваться дальше. Также он говорит, что изменились цены. Вот это вот действительно интересно. И как же они изменились? Ну, раньше они как VelesBot работали, а сейчас они, видите, комиссию ввели. Комиссия. То есть у меня, если вот, ну, я торгую, обычно у меня, наверное, все-таки больше 150 активных диспозиций, да, на где-то 2500. И я должен $30 платить. И вот такая вот будет. Да, примерно так. Так, ну, может быть, мне здесь купить уже, да? Здесь купить. Я просто смотрю, кто больше всего принес денег. Блин, или там уже работать. Ну-ка, сколько за неделю? Это что, недельный, да, график или что это? Тут же, а, тут есть фильтр, подожди. Прибыль. Подожди. Так, все. Прибыль неделя больше 90%.
сигналы и по-моему, я этим и пользовался, ничего особого у меня не было. Ну-ка, типа сортировка сигналов по прибыли за неделю. Блин, по-моему, у меня уже была эта подписка. Ну-ка, смотрим. Блин, по-моему, я торговал уже. Она показывает. Видишь, все время в лонг показывает. И он показывает только плюсовые, типа подсказки он не показывает. Хрен его знает. Я, по-моему, я уже торговал ими, по-моему. Какими-то точно торговал. Ну вот. Сколько он меня торговал? Вот, он же был торговал тогда давно еще. Даже убытки были. Даже убыточки были. Вот у меня эти сигналы были. Подожди, у него платные есть и бесплатные, да, по-моему? Блин, почему он только в лонг торгует? Ну, видишь, значит, это есть... Не, ну это понятно. Все в плюс, потому что... Да, это в феврале, ну понятно, но это все в плюс, потому что рынок весь рос, я не знаю, как он сейчас бы повел себя. Ладно, что тут на мизере интересного есть? Может быть, на мизере поинтереснее, маркетплейсы там, посмотреть все, ну давай посмотрим, сортировать. Прибыли подписчикам. Маркет, пары, биржа. Вот что-то не очень. Да, что-то у всех просадочки какие-то пошли. Большое. О. Лонг, шорт. Дизель, крипто, 16,5. Блин, ну и взять уже, поторговать здесь есть шорт, шорт, шорт в плюсе, и лонг, и шорт, да, вот это вот интересно. Алгорайдер. Ну-ка, что-нибудь здесь есть. Биржи, которые есть у меня, поддерживаются, показать, что поддерживается. Disable, Positions, Setting Set, Take Profit. Long, short. Так, это и есть прибыль, да? Сегодня 24-го, 5-го не торговал. Последний месяц. 30-го, открытые позиции. Ну вот. Даже в плюсе есть. Вот даже деньги принесло. Блин, а что действительно попробовать? Ну а давай это его просто в избранное добавим. Здесь есть в избранное добавить. Чего? Почему я не могу в избранное добавить? Это прыгнут.
Так, давай в избранное добавлю. Понапридумываю тоже. Так, а что здесь еще есть? Может быть, он в Гугле где-нибудь есть? Ну, типа, бесплатные сигналы. Есть. Ну и что он здесь предлагает? Эна, ну-ка. Блин, ну да, дешевле через мюзер получается. Так, ладно, давай это лишнее позакрываем. Что здесь еще есть у этого мизера? Так, на YouTube нельзя матюкаться вообще-то. Сложно, но я попробую. Здесь такая, ну, хитрость, нужно выбирать. На фьючах, потому что на фьючах же есть Long Export. Да, это я что-то попутал, если честно. Ну, шорт, один шорт опасно. Вот LS, вот сейчас мы сейчас будем искать LS. Вот это вот LS. Вот этот 9.7. То есть вот он так растет. Ну, блин, здесь хоть показано. LS 6%. 8%. ЛС. Блин, 5% ЛС за 30 дней, да? 5%. Ну что-то не густо, блин. А ну-ка, ну вот здесь Marketplace, да? Зайдем в наш любимый. Уже полюбившийся. Ну, давай еще раз смотрим. Смотри. Прибыль 90%. Да? Все. А вот смотри. А, он на ETF. Это типа ETF USDT заработан. А это на USDT, да? На OKX, на споте. А, ну если на фьючах у него нету, то значит он работает только в лонг. Да? Уху-ху-ху-ху. Кто еще здесь работал? Видишь, все на споте, все на споте. А кто на фьючах, то на Binance мне не подходит. Что-то особо я не вижу заработков. Блин, блински. Ну хорошо, давай вот просто, да, посмотрим. Вот. Маркет на фьючах. Просто, да, вот кто заработал. Высокий для подписчиков. PNL кто? 0,5, 1,2. Тут чуток. А, это для подписчиков. Я понял. Короче, тут долго объяснять тебе. Мост популярный. Ебать. Ебать. Ну, у меня примерно так. Блять, нельзя материться на YouTube. Ёб твою мать, блять. Сразу все в бан уходит. Шорт. Ну блин, ну шорт, ну хорошо, в шорт, но он так может привернуться, раз, так и в лонг сразу. Ну просто давай посмотрим. Ну просто сейчас раз и в лонг все пойдет, а это здесь все в шорт. А, он еще четвертого. А, он типа держит еще, да? Позиции эти. Ебать. А этот 15. Ну 15 это, блядь, не те, за что нужно держаться. Блядь, ебаный в рот, нахуй, блядь. Хорошо, вот смотри, вот у меня было, я торговал, да?
Захожу в DCA боты. Check now. Проверить. Что, у меня до сих пор что-то открыто, что ли? Да не. Давай, блядь, я долго к этому шел. Давай еще раз Мизар посмотрим. Мизар. Давай, вот мои были боты в Мизаре. Да? Вот сколько у меня позиций. Ну это, блядь, явно позиции больше. Капиталами. Да. Вот когда я это торговал. Блядь, я ушел с этой хуйни, потому что, блядь, блять, боты это хорошо, когда рынок не движется, но бир пампится. Боты это не очень хорошо. Ну, блять, это так оно и есть. Боты хорошо, когда, ну, рынок наверх не идет. Когда он наверх идет, нахуй боты не нужны. Ну, как-то так. Блять, давай посмотрим. Подожди, ботс. Кто это? Нет. Хорошо, позиции. Блять, нихуя не понял. У меня что есть? Открытые позиции этого бота? Да ну нахуй, если это error. Подожди, ну не, у меня все равно больше. Нет, это что-то не то. Продолжение следующей серии. Если кто из зрителей смотрит, тот молодец. Лайки, подписка и вся хуйня. Нельзя материться.